Когда свободно такси, шофер достает железный ключ, из-под ног достает железный ларь и железный замок отмыкает ключом, помогая плечом. Он достает из ларя пинцет, две отвертки и шуруп, затем железного кота укрепляет его на приборной доске справа на уголке. Стучат монетки в ночи, шофер отдыхает, не движи, а кот открывает правый глаз, и зеленый огонь виден издалека. Глубине тупика. Но пассажир не идет, шофер издает глухой щелчок, затем демонтирует кота. Кот в железном ларе тоже щелкнет пять раз, покрывая свой глаз. И уезжает такси домой по железной мостовой, туда, где растет железный дом и железная дверь с деревянным крюком поддается с трудом. Шофер ложится во тьме, скрипя на магнитную кровать. Тишина, ничего не услыхать, только изредка кот на пустынном дворе щелкнет где-то в ларе. Спасибо.